больше недели «Зенит» вылетел из Лиги Европы, а СМИ опубликовали зарплату Дона Фабио Капелло. Здравствуйте, с вами программа «22 человека и мяч», и мы вновь идем в народ. У меня к вам один вопрос. Сможете на него ответить? Стараюсь. Как вы считаете, то, что вчера произошло на стадионе Петровский, это позор? А что произошло? Вышел Александр Киржаков, и «Зенит» не сумел выйти в полуфинал Лиги Европы. Я думаю, что Саша сейчас находится не в той форме. Но это вина тренера. Может быть, все уже, пора на пенсию и тому, и другому. Ну, честно говоря, да. Должен сказать, не забили много. А может быть, из-за того, что Киржаков со Шайным не играет? Это вряд ли. Моментов было достаточно. Это всего лишь совпадение, что Киржаков вышел и пропустили. Совпадение? Не думаю. Мне нравится совсем Киржаков. Он не играет вообще. Шайна Киржаков. Киржаков, ты играешь? Ну, на скамейке запасных. Сидит. Главное, мне нравится. То есть вы думаете, что Киржаков тоже старый? Ну, он-то по-любому, конечно. Куда ему? Уже надо думать больше о земле, да. Так что вчера не получилось в Севилье? Ну, не получилось, наверное, дожать, потому что не было возможности. Для вас это принципиально? Ну, нет, я бы не сказал. Вы все много раз говорили, что хотите остаться в команде, закончить карьеру, но играете, к сожалению, не так много. Есть ли вариант, чтобы все-таки покинуть? На данный момент я даже это не рассматриваю. Сегодня СМИ опубликовали зарплату Дона Фабио Капелло. Как вы думаете, сколько он зарабатывает? Я думаю, очень много. Ну, наверное, 1300, если не больше. 300 чего? Евро. А кто такой Фабио Капелло, вы знаете? Объясните, пожалуйста, нам телевизор. Мы живем и не знаем никаких новостей. Фабио Капелло, знаете, кто такой? Не знаю. Сегодня опубликовали его зарплату. Как думаете, сколько он зарабатывает? Нормально. Больше, чем мы с вами вместе взятые? Я думаю, да. Он нормально зарабатывает. Достоин таких денег? Нет. А потому что я не собираюсь его кормить. Давайте скажем, что на камеру, что мы больше не хотим кормить Фабио Капелло. Я не собираюсь кормить этого.